подожди, Вера Федоровна, вы расскажите обстоятельства. Вы когда вот находились дома, как они к вам постучались, зашли? Никто не стучался. Ага. Ну вот расскажите, как она расковыряла дверь. Ага. Срезала, там у меня запор был на веревочке. Ага. Вот эту срезала веревочку и зашла через заднюю дверь. Ага. А вы заметили, как она деньги взяла там или еще нет, что-то? Нет, этого я не могла видеть. Сколько вы видели человек? Одну, двое, трое женщин было? Видела я одну. Одну, да, так? Видела я одну вот эту вот.